Казахстанская боксерша Аида Сатуйбалдинова одержала вторую победу на профи-ринге. Бой с мексиканкой Кейлин Хансен состоялся сегодня 29 апреля в Лос-Анджелесе. Поединок состоял из 4 раундов и завершился победой Сатуйбалдиновой единогласным решением судей. Напомним, в активе казахстанской боксерши теперь 2 победы и 1 ничья. Женская версия Triple G. Именно так ее уже успели окрестить СМИ поклонники. Аида Сатуйбалдинова после своей второй победы в профи отметила, что выполнила тренерскую установку. Вот что она говорит. «Все отлично. Чувствую себя по-чемпионски. Бой прошел в целом хорошо. Оппонентка агрессивная. Была задача отбоксировать на дистанции. Я выполнила задачу тренеров».